Глава Якутии Егор Борисов ознакомился с ходом исполнения поручений в Министерстве сельского хозяйства. Во многих субъектах России идет спад производства в аграрном секторе, однако в республике он небольшой. Пока нерешенными остаются вопросы создания механизма по гарантированной плате работникам, в частности, дояркам и животноводам. Создание агротехнопарка в Хангаласском районе, материальной базы, инвентаризация, формирование программы хранения и разработки продукции, и дорожные карты, освоение отдаленных участков от районных центров тоже остаются без должного внимания. Многие объекты простаивают, либо заброшены, не дают эффекта, хотя в них были вложены немалые деньги. Егор Борисов предложил создать единую систему, основываясь на опыте работы более успешных районов Якутии. Также необходимо ввести 300 тысяч квадратных метров жилья в сельской местности. Глава республики отметил, что будет добиваться исполнения поручений. Исполнение происходит удовлетворительное. Вот показатель никакого не абсолютно сегодня не удовлетворяют, и они по частным вопросам меня вообще-то не волнуют, а есть принципиальные вопросы, по которым необходимо было вам сосредоточиться и работать за эти годы. В частности, я несколько поручений, которые более принципиальны, сейчас озвучу, почему вы мне не выполняете результаты, которые страдают само сельское хозяйство.